Здравствуйте. Хотели бы узнать поподробнее про ваш аппарат «Алмак». У тети скоро день рождения, у нее болят суставы. «Алмак-01» – магнитотерапевтический аппарат бегущим импульсным полем. Как раз-таки применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. То есть это все суставы, маленькие, большие косточки. Очень удобно применять при проблемах с позвоночником, то есть на него можно ложиться. Ну и, конечно, если говорить о суставах, за счет вот этих вот гибких перемычек очень удобно его оборачивать вокруг сустава. Для, так сказать, лечения сложных заболеваний разработан специальный «Алмак-02». Это уже компьютеризированный аппарат. Он содержит в себе 79 специально разработанных программ. Ну и такие, конечно, сложные заболевания, как полиартроз, полиартриты, варикозные болезни и осложнений. Это проблемы с позвоночником, то есть межпозвонковые грыжи, коксартроз, заболевания тазобедренного сустава. Ну и, конечно же, если у нас в «Алмаге-01» глубина проникновения магнитного импульса всего 8 сантиметров, в «Алмаге-02» уже 18 сантиметров, что, в общем-то, и дает как раз возможность достать именно до внутренних органов. Новинка завода – аппарат «Диамаг». «Диамаг» или «Алмаг-03» – это уже магнитотерапевтический аппарат низкочастотным, низкоинтенсивным магнитным полем, специально разработан для заболеваний головного мозга. То есть очень хорошо себя показал при инсультах, профилактике инсультов, реабилитационный период после инсультов. Надевается излучатель на голову и включается, подбирается программка, включается пуск, и, в общем-то, процедура очень проста. До 27 апреля Елатомский приборный завод проводит акцию по снижению цены на «Алмаг». На всю линейку «Алмагов» действует скидка 10% в магазинах «Линия здоровья», «Мир здоровья и красоты», аптеках «Фармакор», «Невис» и «Социальные».